короче, забрел куда-то очень далеко. Машина где-то вон за той горой. Точнее, за горой кладбище, а за кладбищем дорога, и на дороге машина. Отличнейшее место здесь. Внимание привлекло поле. Ну вот, собрал немножко грибочков. Жаль, корзину не взял, потому что наткнулся вот на такие шампиньоны. Попытаюсь левой рукой ногу срезать. Так, это нога червивая, откладываем. Это тоже. А вот эту можно спасти. Вот так выламываем ее. И вот. Чуть-чуть грязи накапал, но он чистый. Придется выламывать ножку у всех. О, да. Две дырочки, их тоже вырежем, будет чистенький. Здесь молодежь. А вот тут просто нереальные размеры. Шампиньон с ладонь. Уже старый. Само собой червивый. Эти тоже. Один сидит в земле, но он очень большой. Вот просто гигантских размеров. Я его просто переверну, чтобы было видно. Вот мой 45-й размер ноги. И огромный шампиньон. Вот такие вот грибы на этих полях. Там он еще что-то заметил. Сейчас соберу, что получится из этих грибов, и пойду дальше. Ну, места просто нереальные. Очень красиво здесь. Контраст неба, горы, зелени. Ужас. Ух, прямо альпийские луга какие-то. Это я попал. Давайте соберем красивые шампиньоны. Уф, 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 какой красавец. Отлично. Вот еще. Не совсем свежие, вот только вышли. А увидел я их с дороги. Где-то еще были. А, вот, вот здесь внизу. А это и не шампиньоны. Это похоже на белый шампиньон или какую-то лепиоту. Берем этих ребят. Наконец я их нашел. Вот этот огромнейший гриб, похожий на шампиньон, по-грузински называется цхвари или барашек. Пластинки у него немножко зеленоватые. Относится он к ложно-свинушкам. Растет до килограмма. 700 грамм – это его нормальный вес. Вот первый, но я его не оставлю, я его обязательно возьму. А вот второй, молоденький. Грибы очень плотные, очень мощные. Они пойдут прямо в маринад. Очень красивые, толстые грибочки. Абсолютно съедобен. Вот, кажется, еще один. Растут они всегда в горной местности. Ну, очень похожи на шампиньоны. Но когда его переворачиваешь, понимаешь, что это не шампиньон. Он аж хрустит. Огромнейшая нога. Вес этого гриба, ну, где-то 150 грамм. Домой приду, взвешу. Три гриба почти на полкило. Смотрите, какая красота.
Отличный гриб. Пришел, нашел какие-то грибы. Не понял сначала, что это такое. Но когда понюхал, понял, что это майская рядовка. Да, они наконец пошли. Пошли пока на полях. Она обязательно растет возле какого-нибудь кустика или дерева. И вот тут я их порезал. Они червивые, наполненные водой, но есть. Спросите, почему по запаху определил? Потому что в это время запах муки только у майской рядовки. У других грибов похожих нет. Эти немножко переросшие, но есть очень красивые экземпляры. Сейчас покажу. Вот так она выглядит. Чуть-чуть побитые. Если вы понюхаете, запах теста прямо. Спутать ее вряд ли чем-то возможно. Так, порежем. Вот это не червивая. И мякоть у нее своеобразная, хрупкая. Если в целлофан собирать, домой можно принести паштет. Но я надеюсь, я хотя бы до машины донесу их. Здесь уже покрупнее экземпляры. Вроде не червивые. Сейчас отрежем. Нет, вот классный. Отличный гриб. Ну так, я рад. Хороший, съедобный и даже очень вкусный гриб. Обычно она растет огромными группами. Здесь было штук 20. Ну, посмотрю вокруг. Надеюсь, еще попадутся. Пошел я дальше. Вон под тем деревом вижу что-то очень большое, белого цвета. Не знаю, вот будет видно или нет. Вот под этим кустик или дерево, что это? Я должен туда добраться, потому что, скорее всего, это огромный дождевик. Километра 2 идти, но дойду. Прошел вот от того кустика метров 20. И это просто надо увидеть. Вот потому она рядовка. Растет рядышком, рядами. Вот видно, они в кустах. Пошли, 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 пошли. Вот сюда. Вот. Очень много их. Очень много. И это ведьмино кольцо. Вот еще. Вот здесь. Вокруг этого кустика разрослась грибница и образовала ведьмино кольцо. Отличные грибы. Надеюсь, будут не червивые. Вот здесь 4, нет, 3 штуки вместе. Класс просто. Вот здесь еще огромный экземпляр. Вот. Уже боюсь ходить, чтобы не наступить, но начну собирать, наверное. Не буду показывать, как это происходит. Покажу собранный результат. Вокруг кустика. Вот так. Видно даже темное пятно и немножко помятая зелень. Вот такую красоту выкопал в конце. Они просто невероятно пахнут. Вот что удалось собрать. Думаю, килограмма полтора собрал только майских рядовок. Блин. Пытался перейти на другое поле и попал вот в такой лес. С ущельем. Очень красиво. Но вся проблема в том, что я понятия не имею, где я нахожусь. Надо подняться куда-то наверх и посмотреть, что там происходит.
такое ощущение, как будто какой-то зеленый ковер. Класс. В том поле ничего не нашел. Решил перейти на второе. Угадайте, что это? Это просто самые классные шампиньоны в вашей жизни. Да. Огромные, мощные, чистые полевые шампиньоны. Ну вот. Уже не зря приехал и в эту сторону. На это место. Так. Вот так. Ну за что мне это? За что? Ну какой же он красивый. Он стоит и прямо блестит. Он прямо светится такой красивый. Свежий. Все, выключаюсь. Иду к машине. Как всегда, прямо с дороги увидел огромные белые пятна. Просто посмотрите, что я нашел. Вот размер. Вот мелочь. Здесь просто гора шампиньонов. Маленькие-маленькие шампики, большие шампики, вот такие шампики, такой шампик, вот еще шампики, шампики. И все это, вот если хорошо присмотреться, вот так кольцо. То есть мы сейчас можем пойти по диаметру и проверить, где еще есть грибы. Ну, то, что они здесь есть, это видно было. Но издалека прямо видно. Трава темная, там, где растет мицелий шампиньона. Ну, и лугового опенка тоже, но в данном случае это шампиньон. Вот. Их просто полным-полно. И это шампиньон тот самый, розовеющий. Самый вкусный. Идешь себе, гуляешь по поляне, спускаешься сверху, и тут тебя встречает такая речушка. Ёлки-палки. Кажется, я опоздал, потому что что-то цвет мне не нравится, но... О! Вот еще. В общем, эти ребята в этом году меня не отпускают. Первый. Вот второй. Да, этот кто-то пнул, но... Он все еще пригоден в пищу. А вот этот уже нет. Вот видно, он уже желтый внутри. Вот так. Не зря решил проверить. Ладно, собираем тару и уходим. Ну, тут просто невозможно не снимать панораму. Куда ни посмотри, везде очень красиво. Вот 360 градусов. Супер просто. Уже 8 час. Пора домой, но грибы не отпускают. Хочу пройти по склону, и машина где-то там. Просто проверю.
Надеюсь, ничего особенного не попадется. Ну, надо проверить. Пошел я. Вот так красиво они растут. Вот видно, эти молодые, это тоже взрослый. Когда буду резать ножку, еще проверю их. Если они внутри белых, то забираю с собой. Такие ребята. Вот здесь два старых уже. Вот поднимаю голову. А здесь творится вот такое. Вот будет видно, сколько каждая белая точка — это свежий дождевик. Кошмар. Смотрите, сколько. Все. Все соберу. Потом порежу ножки и забросаю в корзину. Ужас, сколько их. Вот, осталось почистить и проверить, все свежие или нет. Вот так, с одного маленького места. И снова полянка. Здесь три, и вот четвертый. Как оказалось, их можно даже мариновать. Маринать они становятся очень прикольные. Снаружи твердая оболочка, а внутри кремовая консистенция со вкусом гриба. Восемь штук, девять. Не знаю, будет видно или нет, но вот этот орел белого цвета. Или он снизу кажется белым. Смотри, сколько их, это все хищник. Не, смотри, вот сколько их. Много. Хищных птиц в Грузии много, да, но что столько, я не думал. Не знаю. Они очень низко летят. Да. Сейчас вы до нас увидели, повыше поднялись, уж какие большие. Не знаю, сколько. Штук 10, наверное, да? Больше. Вон там три. Ух, черт возьми, сколько их. Да. Они кружат прямо. Да, смотри. Четыре штуки вместе в кадр попали. Шесть. Блин, шесть штук вместе. Семь. Ой, елки-палки. Восемь, девять. О, все это хищники. Вот это кадр. Сейчас разлетятся. Ну как так? Зачем? Несмотря на то, что опята практически не имеют веса, вот в этой кучке будет уже 150-200 грамм. Просто очень их много. Чуть дальше от прошлого места. Ну как такое возможно?
Вот вам и луговые опята. Прямо срезал и пошел дальше. А тут их полным-полно. Уже невозможно их собирать. Вот только такими пучками беру. И на вот таком вот прекрасном фоне, наверное, я со всеми попрощаюсь.